Можем в камере разогнать номер, когда Путин разговаривает с Трампом по телефону. Вот, первый звонок. Давай, прикольно. Угу. А, Вашингтон на связи. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Алло, кто это? Какой Дональд? Не признал. Богатым останешься. Останешься, не переживай. А почему я разговариваю по этому телефону? Дайте мне другой телефон. А, да, извините. Мне же приоритет сменился. А, ну да. Вот это правильный телефон. Что? Санкции? Какие санкции? А, санкции. Я не переживаю. Я слышал, что Обама их продлил. Мы его-то не продлили. У вас вторая линия? Да. Это кто? Алло. Владимир Владимирович, ну что там? Что говорит он? Ход, что? Ваш звонок очень важен для вас. Голдан. Moses, let my people go. Пу-пу-пиду, па-па-па-па. Это сосед звонит. Да. Так. Ты снимал, что ли? Да. Только никуда не выкладывай. Меня редко туда приглашают. Я обычно сам приезжаю. Знаете, мне очень нравится приезжать на камеди-фестиваль, потому что только здесь я могу нормально выпить. Да что там выпить? Побухать. Да что там побухать? Нажраться в жопу. Тем более, через это место в нашей стране делается практически все. Это очень хороший год начался. Я надеюсь, что, следуя году кролика, вы будете улучшать демографическую ситуацию в России. И я хочу пожелать вам в наступающем году строить свое счастье, а я буду строить всех остальных. И в качестве новогоднего подарка я тоже спою. А поможет мне в этом Дмитрий Лисёк-Сорокин под нашим подарком. Если вам вдруг показалось, что песню поет вам премьер, вам это не показалось. Я подаю вам в Новый год, я подаю вам пример. Премьер, всем пример. Если у вас губернатор не делал весь год ничего, Медведеву в блог напишите. Мы вместе читаем, вместе читаем, вместе читаем его. Да, и ведем. Если у вас нет квартиры, купите квартиру в кредит. Ведь мы же понизили ставку ипотечного рефинансирования почти в 13,5% годовых. Могу я плавать в подлодке, могу на самолете летать, но мне сегодня гораздо приятнее для вас с Дмитрием Лисёк-Сорокиным пропеть. Всех с Новым годом! Спасибо! Сегодня в России большой праздник. Но какой праздник без первых лиц государства? Дамы и господа, встречайте, президент и премьер-министр России. Thank you.
добрый вечер, КВН. Здравствуйте, Александр Васильевич. Огромное спасибо за то, что пригласили нас на юбилей. Я сразу бы хотел передать слово своему коллеге, так сказать, премьер-резиденту нашей страны. Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо. Перед тем, как перейти к поздравлениям, я хотел бы ответить на два самых актуальных вопроса. Вы знаете, многие считают, что после вступления России в ВТО АвтоВАЗу придет конец. Я хотел бы заметить, что это не единственный плюс. Есть еще много других. И второе. Некоторые удивляются, почему от России на «Оскар» поехал фильм «Цитадель». Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Пусть весь мир знает, что война — это долго, дорого и неинтересно. Ну, давайте все-таки вернемся к юбилею. 50-летие КВН — это грандиозное событие, и поэтому подарок должен быть соответствующий. Но мы не будем сейчас обещать, что построим дом КВН. Да, но если у КВНщиков есть какое-то пожелание, мы готовы исполнить его прямо сейчас. Отличная идея. Извините, пожалуйста, вот мы бы все хотели, чтобы КВН включили в школьную программу. Хорошо, сейчас. Ну, решим, решим. Александр Васильевич, нам очень нравится приходить на КВН, потому что в нашей стране так тонко чувствуют проблемы молодежи всего два человека. Вы и Грачевский. Александр Васильевич, вы уже 50 лет являетесь прекрасным менеджером. И мы оба, не сговариваясь, решили сделать вам подарок и назначить вас губернатором Челябинской... Калининградской... Ну что ж, новой Челябинско-Калининградской области. Поздравляю, Александр Васильевич, с праздником. Господа, встречайте, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда.
и люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит, скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент российской газеты. Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности пользуются своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся. Не мог находиться за кулисами, когда здесь речь идет о России. Я хочу объяснить, почему ребята исполнили такую серьезную песню. Многих интересует, что будет с Россией, когда у нее закончатся природные ресурсы. А хрен его знает. И это я сейчас говорю не как президент России, а как Димка Грачев.